Друзья, всем привет! Кривой репортаж из Кривой. Мы приехали на дачу. Смотрите, здесь какое буйство красок. Какая красота! Сегодня у нас 8 июня. Все-все-все в мелких-мелких ромашках усыпано. Пусть будут красивые. Видишь, машину поставили, здесь у нас стоянка, плитами все выложено, тротуарными. Приходится сдвигать цветочки, потому что мешают парковаться. Тишина такая, очень странно, что шумы идут посторонние, там от пилы, от какой-то, знаешь, вот тут люди вот от жизнедеятельности, дети где-то что-то вскрикнут, а вот машин не слышно. И очень вот этот шум, его как бы не хватает, ты не понимаешь, ты чувствуешь себя как немножко оглохшим. Вот. Вот лягушке 150 лет. Видишь, даже цвет потеряла, была такая ярко-зеленая, мухоморчик, красная шапочка, у грибочка белые ножки. Вот прудик. Прудик зарос полностью. Прудик пластиковый. Покупала давно очень. Мама вкопала. И вот, ну, рабочие вкопали. Прям вот по контуру обложили кирпичом. Видишь, как зарос сильно. Прям такая чисто садовая зона. Не садовая, а вот, ну да, сад. Парк. Что там с моей любимой елью? Сибирская. А, смотрите, девчат, наверное, не выживет. Надежда оставляет вот эти вот зеленые веточки, но вообще она вот прям что-то ей плохеет. Так, ну что у нас тут? Задний двор. Мамин шикарный лук. Ребят, ну вот это сокровище. Вот даже вот ради этого стоит ехать. Он такой вкусный. Я сейчас у мамы вот полгрядки я точно заберу. Что самое удивительное, я не знаю, что за сорт. Он, во-первых, он жесткий такой, и он хранится долго. Он может в холодильнике до 5 дней лежать и вообще не завянет. Как будто вот только что сорвала. Чеснок. Легендарный чеснок. Легенда сада. Чеснок, наверное, мне кажется, что выше пояс. И видно, да, что жирненький прям такой. Это клубничка. Укропчик. Что-то маловато, но... вкуснейший, девчат, сейчас чавкаю. За камерой, за кадром. Вот здесь... Черные лилии. Девочки, темно-темно-синие. Такой красоты. Нереально, практически черные. Такие вот, знаешь, черные с синим отливом. Их прям очень много. Купила совершенно случайно. Просто то ли в Ашане, то ли где-то в Окее. Просто купила пачку, ну, как пачечку клубни. И посадили. И прям тут такая красота. Вот попозже приедем, покажу вообще. Вот. Кустик какой. Из елки снова решили пальму сделать. Марика залезла наверх, опиливает верхние вот веточки. Эти убирать высокие, нет? Какое? Высокие вот эти убирать. Видишь, какая кругленькая получилась шапочкой. Вот обычная лесная елка. Так, ну это ладно, да? Все с этим ясно. Покажу в парнике, какие дела. Помидоры. Огурчики, там вот грядочка дальше за парником. Еще одна маленькая грядочка есть. Просто под пленкой. Перец мой любимый. И мама всегда сажает вместе с помидорами базилик. Видишь? Вот он. Очень хорошо растет. Прям вообще супер. Но он такой разный. Он, смотри. Где-то он получается зелененький такой, да, листочки, а где-то фиолетовые.
Они так и вырастают разного цвета вместе в кучке. А еще в этом году мы для себя открыли горчицу. Вот такие салатные листья. Просто салат добавляешь и все. Сначала ешь вроде как салат-салат, да, вот обычно на вкус, вот как вот листовой салат продается, а потом начинает вкус раскрываться, и чуть-чуть такая вот горчинка, и он остренький такой, чуть-чуть вкусный, вкусный салатик. Ну, опять же, за кадром чавка. Клубничка. Сидим, знаешь, что обсуждаем? Вот смотри, мангальная зона. Мангалы сейчас такие, девчата, вот прям как кукольные продаются. Пальцем ткнешь, они падают. У нас он чугунный. Мангал, он дорогой, но ему, ну, мне кажется, лет больше 10 точно. Давно-давно покупали, ему прям сноса нет. Чугунный хороший мангал. Вот. Такие дела. Поедем потихоньку, ребят, потому что мы заезжали буквально маму проведать на пару часов. Вот. Ну, чтобы пробок не было на дороге, чтобы успеть до позднего вечера. Вот. Ну, знаешь, как с легким сердцем. Мамочка увидела, все хорошо у нее, привезли покушать ей вкусненькое всякое разное. И поедем дальше, поедем домой по своим делам. Кривой репортаж из Корнева. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вам всегда-всегда рады.